Техномузыка была создана в Детройте в середине 80-х и связана с такими именами, как Хуан Аткинс, Дерек Мэй и Кевин Сандерсон. Если вы спросите кого-то из Детройта, кто стоял у истоков музыки, техномузыки, они скажут, да, конечно, это Дерек, это Хуан, и эти парни. Рок, есть альтернативный рок, так почему у нас не может быть тоже свои альтернативы? Это что-то из госпела, что-то из блюза, они взяли это и изменили это, изменили структуру и превратили в эту форму, которая просто неимоверна. Любой музыкальный элемент имеет открытую дверь, который взаимодействует с другим звуком. Есть этот пушистенький IDM, все это сумасшедшее дерьмо. Вот как все это начиналось. Это было не ради денег, не ради славы. Это была просто музыка. Это была acid-музыка будущего. Звуки, которые ты нигде не мог услышать. Detroit Techno для меня значит не то, что для других людей. Оно подрывает мои эмоции более чем другой жанр. Техно-музыка — это андерграундная танцевальная музыка. High-tech soul. Детройт, может быть, раем для кого-то, но может быть и адом. Это задний двор того дома, где все начиналось. Я думаю, что необходимо сказать, что у Детройта довольно насыщенная история. Детройт — это странный город. Это крупный город, но у него нет менталитета крупного города. Детройт — это заброшенный город. Это не ужасный город, но это ужасно обустроенный город. Здесь не так много особенного, но здесь есть сердце, и благодаря этому в нем есть намного больше, чем можно просто видеть. У нас нет заброшенных процветающих районов или толп туристов, которые ходят в поисках развлечений. Детройт замечательный, Детройт прекрасен. Все зависит от того, о каком периоде говорить в отношении Детройта. Он был крупным экономическим центром, который никак не мог преодолеть нефтяной кризис, образовавшийся еще в начале 70-х. Также было бегство белых в связи с расовыми распрями. Город был опустошен и вскоре погряз в руинах. Бегство белых в Детройте — это миф, поскольку не было такого явления, как массовое бегство людей, подобно внезапному взлету целой стаи птиц. К 1953 году в Детройте постепенно начал воцаряться такой феномен, как депопуляция, который обычно ассоциируется с периодом после 1967 года. По инициативе правительства США, например, под защитой закона о льготах демобилизированным, люди направлялись не в населенные города после Второй мировой войны, а в пригород. Город был абсолютно застроен. Если ты хотел построить себе новый дом, ты вынужден был переезжать в пригород. Таким образом, в 1967 году люди сделали нечто ужасное с моим городом, и они просто превратили его в груду мусора. Постепенно город начал заселяться черными. Все больше и больше. То, что произошло в Детройте в 1967 году, это то, что целая система порядков, целый слой населения, подвергнутый сегрегации как де юре, так и де факто, постепенно скатился к массовому насилию. Я думаю, что вскоре напряжение спадет, и все вернется на свои места. И те, кто будут уличены в разбое, поджоге, или стрельбе, или других незаконных действиях, будут отвечать за последствия. Все, что я хочу сказать, это то, что я надеюсь, что это быстро закончится. И никто не стал разбираться в причинах того, что произошло. Было решено переселять людей из населенных городов в пригород после Второй мировой войны, вместо того, чтобы сделать это в 1967 году, когда произошло так называемое восстание. Когда меня спрашивают, вернется ли когда-нибудь город, я отвечаю. Он никуда не девался, может быть, вы куда-то уезжали, но город все еще здесь. Конечно же, у города есть некоторые экономические и социальные проблемы, да. Но не все так плохо, как могло бы быть.
На самом деле, все намного лучше, чем могло бы быть. Представьте себе город, который был построен для 4 миллионов людей, а в нем живет менее миллиона. Мы были воспитаны нашими родителями, которые ходили на работу. Мы работали на машиностроительных заводах. Они возвращались после работы и рассказывали нам, что они работали с роботами. Постепенно все переходило на компьютерную основу, все больше и больше управлялось при помощи кнопок различных устройств. Роботы все больше и больше работали с людьми, но это было не так уж и плохо, просто город постепенно переходил к новым технологиям. У людей не было денег, чтобы купить себе одежду, еду и другие необходимые вещи. И это отображалось в нашей музыке. На самом деле, в Детройте произошло нечто необычное. То, что, чего нет в любом другом городе. У нас появилось пространство, и это не пустое, ничем не заполненное пространство. У нас есть много артефактов американской индустриальной культуры. Такого места больше нигде нет. Детройт — это еда для воображения людей. И это прежде всего связано с появлением техно. У нас есть 3 невероятных природных ресурса. Это пресная вода, соль и техно. Я не помню, чтобы Детройт когда-либо менялся. Еще с тех пор, как я был маленьким мальчиком. Тогда люди гуляли по улицам, был какой-то бизнес, кипела жизнь. Тогда был какой-то социальный и культурный уровень. Можно было познакомиться с людьми. В городе живет множество необычных людей, но ты никогда их не встретишь, потому что теперь никто не гуляет по улицам, никто ни с кем не разговаривает. Никто не разговаривает, никто не гуляет. Временами становилось довольно скучно, и для того, чтобы как-то убить время, нужно было как-то себя увлечь. Мне 38 лет, и за 28 лет я не видел никаких перемен. За 28 лет ничего. 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 Единственные перемены, которые я видел, происходили в нас. Мы менялись, но город оставался прежним. Детройту часто приходилось не сладко. Через него как будто бы прошел ураган, и город так и не пришел в себя после этого. Но это то, что делает Детройт Детройтом во всем андерграунде. В детройтском саунде выражается стремление вырваться из обреченности. У нас у всех было впечатление, что весь окружающий мир выглядел так же, как Детройт. Если ты не живешь в Детройте, то ты и не знаешь, что здесь что-то происходит. На творческом уровне происходит то, что не происходит больше нигде. Детройт, вы никогда не найдете такой город, как Детройт. Никогда не видите и нигде не видите таких оживленных людей, как здесь. Будучи ребенком из Виндзора, я никогда не мог себе представить, что вообще на Земле есть такое место, как Детройт. Когда я уезжаю из города, общаюсь с людьми и говорю им, что я из Детройта, обычно я вижу реакцию, подложенную испугом, или они спрашивают меня, а чего ты там живешь? Вы нигде никогда не найдете такой город, как Детройт. Кто бы мог подумать, что можно создавать музыку при помощи проигрывателя и пластинки где-нибудь на заброшенном складе или промобъекте? Я скажу вам, кому пришло такое в голову, людям из Детройта. Техно. Первый раз, когда я слышал это слово, скорее всего, это было от Хуана. Впервые слово «техно» было использовано Алвином Тофлером в его книге «Шок будущего». Техно тесно связано с технологией и так называемым «секретом черных». Когда Хуан собирался выпускать свою первую пластинку, он однозначно настаивал на том, что это будет техно. Изначально компиляция должна была называться House Sound of Detroit, но затем было решено переименовать ее в техномузыку. Мы послушали еще раз запись и решили все-таки поменять ее имя. И потом она стала называться Techno Sound of Detroit.
Это было нечто невероятное. Выпустить огромное количество записей, озаглавленных непонятным и новым на то время словом «техно». Но пути назад уже не было. И пластинка была успешной в Европе, и один из синглов стал номером один в Великобритании. В основном техно используется ритм 4 четверти. Иногда со вставкой. Это больше похоже на хаос. Опять же, 4 четверти. Окей, это Roland 303. Это драм-машина Roland 606. И Roland 202. Они похожи на игрушки, но на самом деле из них можно много чего выжать. И также есть ломаные ритмы, они отличаются от остальных стилей большей скоростью, и в нем используются петли. Джангл — это еще нечто другое. Это больше похоже на джангл. Вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю, и я, наверное, не понимаю, о чем я говорю. Но как-то мы друг друга поняли, правильно? Мне кажется, на этот саунд повлиял, очень повлиял такой человек, как Рэймонд Скотт и его Manhattan Research Project. Крафтверк заслуживает отдельного внимания, ведь многие думали, что они ничего себе не представляют. Глубокие корни техно прослеживаются у Крафтверк, Soulsonic. Впервые что-то отдаленное, напоминающее техно, можно было услышать во времена диска Джорджа Мородера. Я слушал эту музыку снова и снова, записи Kraftwerk, Sly Stone, и это действительно музыка. Нужно назвать, я думаю, нужно назвать их всех, нельзя никого исключать, даже 1%. Было много электронной музыки, но были Depeche, я не буду перечислять всех, потому что я не могу, слишком долго будет, но тем не менее, были Depeche Mode, Thompson Twins, New Order, у всех этих групп, они производили по-настоящему очень-очень электронное звучание. Мы называем свою музыку техно, но мы очень подверглись влиянию европейского саунда. На меня очень сильно повлиял Джордж Клинтон, P-Funk, я вырос на этом. The group for me. После школьных годы колледжа все были восторжены Чикаго. Чикаго был предшественником того, чем музыка является сегодня. Тогда брались сырые формы, сырой материал, сырая музыка, и из этого выжимался максимум, и пока люди не сходили с ума. Новаторами техно являются, конечно же, парни из Детройта. Это Хуан, Кевин и Дерек. Хуан, Кевин и Дерек. Дерек, Хуан и Кевин являются гениями, которые стояли за всем этим. Если бы не они, не было бы никакого техно. Это ребята, с которых все начиналось для меня. Они отменные, они просто нечто. Я никогда не думал, что то, что они делают, станет тем, чем оно стало сегодня. Я хочу сказать отдельное спасибо Хуану, он здесь сегодня, но Хуан, он инициатор, Дерек, инноватор, а меня они называют элеватор. Мы работаем как одно целое, и это делает нас счастливыми. Они делали потрясающие вещи в этих организованных студиях, прямо в гостиных. Они делали самую тяжелую хаус-музыку, которую вы когда-либо могли услышать. Это не так легко. Многое из того, что делали Дерек и эти друзья, занимало у них часы.
Это было не альтернатива, это было не электро, это было нечто среднее. И чем больше я это слушал, тем больше оно захватывало меня все глубже и глубже, пока я не оказался в середине всего этого. Я называю их гениями, потому что вся их гениальность заключается в том, чтобы совмещать всю эту музыку и заставлять тебя танцевать 6 часов подряд. До того, как это стало музыкой, которую слышало многое количество людей, я уже считал, что у парней что-то получается. Но они прыгнули выше своей головы. Они достигли запредельного уровня. Человек, который наибольше всего на меня повлиял, был как раз Хуан. Хуан Аткинс изменил жизнь многих людей, я уверен, что он знает об этом. Хуан — это совершенно другой уровень. Хуан Аткинс — это человек, который первым стал вынашивать все эти сумасшедшие идеи о создании электронной музыки в Детройте, а затем стал вкладывать их в наши головы. Хуан — это креативный гений. Вообще-то его трек «The Chase» повлиял на меня, и после этого я стал писать музыку. Хуан — это один из самых влиятельных персонажей, и всегда интересовало то, что происходит с этим стилем музыки. Самые яркие моменты своей жизни я пережила как раз благодаря Хуану Аткинсу, когда он стоял за пультом. Хуан очень тихий. Я знал, что он пишет музыку после того, как я знал его где-то полтора года. Я зашел к нему в студию, Хуана была студия, меня привел туда Дерек. И тогда я неожиданно узнал, что он что-то пишет, и у него довольно неплохо получается. За менее чем 2 года в школе научился как читать музыку, так и писать. Я ходил на курсы музыкальной теории. После того, как я выпустился, я написал свой первый трек. Он делал свои творения тогда, когда никто не знал о существовании этой музыки. Он отдал лучшие годы своей жизни, чтобы всячески развить эту музыку и поднять ее до того уровня, на котором она существует сегодня. После того, как я выпустился, я познакомился с Риком Дэвисом, и мы вдвоем пытались выпустить наш трек, который назывался «Alleys of Your Mind». Когда Хуан и Рик пришли ко мне с этой записью, я послушал, сказал, что мне нравится, я попросил их подождать немножко. Они сидели в вестибюле, у нас в вестибюле стояло радио. И вдруг они услышали свою запись по радио. Это просто взорвало их мозг, да и мой мозг тоже. P-Funk, как будто бы резиновая изогнутая бас-линия. Сумасшедшие утопические аккорды. И людям нравилось. Стоило поиграть этот трек в любом клубе Детройта, можно было увидеть очень положительную реакцию людей. Потом был основан Metroplex, и под псевдонимом Model 500 были выпущены мои первые релизы. Первый из них был выпущен в 1985 году и назывался No UFOs. Подход Хуана и Сайбатрона — это духовность. Вот то, чем не хватает многим людям — это духовность. И он подсадил меня на это дерьмо. Clear Хуан Аткинса уже является классикой для жителей Лондона. Классикой для Майка Бэнкса из Underground Resistance и классикой для меня.
Даже несмотря на то, что он был всего на несколько месяцев старше меня, он был для меня как учителем. Он был рядом, когда я развивался, работал над своим саундом. Он давал мне вдохновение и давал уверенность в том, чтобы создавать музыку. Постепенно весь остальной мир стал осознавать то, что сотворил этот человек. Кевин всегда думал о том, чтобы принести музыку к массам. Он один из самых необычных людей, которых я знаю, самая оторванная личность. Учитывая то, что он сделал для музыки и то, чем он занимался, учитывая все это, я очень уважаю его. И то, что он делал с Inner City, он был одним из первых людей, с которыми я столкнулся в этой индустрии. Он продал 6 миллионов записей, да? Он, наверное, один из самых коммерчески успешных из всех них. Кевин помог придумать мне название для моей первой пластинки. Кевин любит хлопать, когда он играет. Он любит хлопать. И это заставляет тебя кричать еще громче. На меня повлияло много чего. Но больше всего меня привлекала танцевальная музыка, диско, вообще музыка, которая был пульс. Я помню, как мы делали специальную вечеринку в понедельник много лет назад. Тогда одна из самых громких пластинок была Good Life. Я хочу сказать, что по-настоящему моя карьера началась где-то в 1983-м. Почему я начал заниматься своей карьерой? Наверное, благодаря Дереку Мэю. Так, давайте-ка разберемся. Кевин вчера сказал, что он двинул меня. Да, у нас была драка, до того, как мы стали друзьями. That's how we met. Вот здесь там на нервы. Но я постоянно закрывался рот. Вот козел. Да, он меня побил. Да, я его побил. Я не могу этого отрицать, потому что это произошло. Но обстоятельства были другими, чем он разговаривал. Он похлопал меня по плечу, я развернулся, и тогда он двинул меня. Так что это не было, как будто бы мы вышли на задний двор, два парня начали драться, и он вырубил меня. Этот парень, он огромный, он больше, чем я. И он подошел ко мне, похлопал меня по плечу. Он похлопал меня по плечу, я развернулся, и он двинул мне в нос. Он вырубил меня. Но каким-то образом после этого, я не знаю, как это возможно, мы стали лучшими друзьями. Мы стали более чем лучшими друзьями. Кевин, я убью его. А сейчас я стал быстрее, ловче. И я теперь могу увернуться. Знаете, что самое странное? Парень двинул меня. В нежном возрасте 14 лет. Хуан писал свои треки,
И Дерек писал свои... Я хотел тоже делать музыку. И Кевин принес много гибридов в стиль. Он был одним из тех людей в техно, который занимался, который вкраплял в него хаос, вокал. Он делал это креативно. Может быть, даже более креативнее, чем Дерек и Хуан. Таким образом, из андерграунда я перенесся к вершинам коммерческого успеха из-за видения, из-за саунда. Многие вещи играли важную роль в этом успехе. Очень классный парень. Любой мог подойти и просто заговорить с Кевином. По поводу Кевина, я думаю, что техно не было бы таким, как сейчас, без него. Очень оживленный персонаж. И мне он нравится. Дерек Мэй — это чертова примадонна из ада. Очень высокое себе мнение. Супер мачо, супер гипер, пупер, мастер техно. Существует Дерек для СМИ и Дерек в повседневной жизни. Это два разных человека. Иногда хочу сказать, чувак, да ты мудак. Но тем не менее ему стоит отдать должное. Он мог сказать, какого хера ты делаешь что-то так? Почему ты делаешь что-то так? Почему ты делаешь что-то так? Делай так, как я сказал. Ты что, дурак? И он мог разговаривать так с кем угодно, но все равно было кто это. Он один из самых уникальных персонажей, наверное, из всех, кого я знаю. Дерек. У него есть черты характера, которые многие хотели бы иметь, которые многие не хотели бы иметь. Он классический актер. Я знаю Дерека со школы, когда я переехал в Белвилл, в этом классе, из Детройта. Кевин был в Чикаго, там была прекрасная музыка, публика, но потом он вернулся и видел, что он был очень увлечен музыкой, он буквально жил ей. И видел, что его уровень изменился. Он видел что-то в музыке. Я начал делать музыку за 5-7 лет до того, как Дерек начал делать музыку. И он всегда был рядом, он всегда наблюдал за процессом. Я помню, как он все время говорил, однажды я запишу свой трек. Он говорил это мне, и впоследствии он все-таки сделал это. Он записал свой трек. У Дерека был сосед по комнате, и вместе они писали музыку, и однажды пригласили меня послушать. Это было необычно, это было техно, такого не было тогда. Я послушал, и мне очень понравилось. У меня есть та самая драм-машина, на которой было написано «Strings of Life». Он пытался играть где только угодно, на каком угодно складе, в каком угодно клубе. Он пытался быть везде, пытался повлиять на всю эту ночную жизнь. Посмотрите, что произошло. Он стал всемирно известным. Я всегда знал, что он лучше. Верите или нет, первая пластинка, которую я купил, это был The Who, альбом Tommy. Не спрашивайте, почему. Я не знаю, почему, будучи подростком,
Я купил именно этот альбом. Но я хотел купить его. Первый раз, когда мы познакомились с Дериком, это было на автопати, и меня познакомили с Дериком. Это было примерно так. «А, привет, Дерик, мне нравится твоя музыка». Второй раз, когда я его встретил, он вспомнил, как меня зовут. Я был очень польщен, что такой известный парень, как Дерик, вспомнил меня. Дерик открыл двери своего сердца, своей души для многих людей. Он очень открытый человек. Дерик, с одной стороны, он привнес нечто артистичное диджеинг и в музыку. Дерек всегда был очень мотивирован, очень хотел сделать свою музыку частью мейнстрима, чтобы быть частью того, что можно включить, когда захочешь, или купить в магазине. И не только ради своей же выгоды, ради финансовой выгоды, но для поднесения, для развития музыки. Стандартный процесс, когда я пишу музыку, это я раздеваюсь догола, хожу, сверкая своей задницей, и мажу свое тело маслом, сажусь, беру жареные бобы, бостонские жареные бобы обязательно, я сажусь и пишу трек. И никогда не расскажу вам свой секрет создания музыки. Это секрет. Следующий вопрос. Мне нравится, Дерек, мне нравится то, что он делает музыку ради музыки, а не ради денег. У него энергия, его энергия очень подкупает. Мы говорим о Дереке Мэе. Он говорит хорошие вещи обо мне, поэтому я больше не буду говорить о нем плохие вещи. Ходил в школу с Дериком и Кевином. Эдди не ходил в школу. Из-за этого он был как бы отдельно от нас. Я очень уважаю то, что делал Эдди. На самом деле он сделал довольно много. Я познакомился с Эдди где-то после своей второй или третьей пластинки. Эдди, чувак, не забывай меня, что там как, воу! Как ты выглядишь, Эдди? Как? Я всегда хорош, достаточно хорош, чтобы отдрючить твою маму. Он еще тот тип. Вообще-то, Эдди жил с Кевином и Дериком в разные времена, поэтому они знают друг друга. И когда муж моей сестры вышел из тюрьмы, ему негде было оставаться, я решил приютить его. Я стал постепенно приучать его к музыке. И тогда он стал тратить свои деньги на аппаратуру. А тогда моим соседом был Дерек. И тогда мы начали заказывать оборудование и всякое такое. Так что мы стали все это перевозить в дом, в квартиру, заставлять ее. И вскоре квартира вся была завалена оборудованием, купленным на его деньги. Было все, что угодно, вертушки, колонки. Но Дерек сказал, кого хера вы делали, сделали. Неудивительно, что они поссорились, учитывая характер Эдди. Эдди очень психовал, когда что-то происходило без его участия. Его характер часто оборачивался против него. Дерека, и у Эдди был трек Inside, и Дерек собирался выпустить его без Эдди. Я парился, я беспокоился, но я помнил, что нужно быть духовным, нужно быть добрым к людям. Я знал, что еще будет мое время. Я не беспокоился, но я не впадал из этого в депрессию, это уж точно.
Я был такой, как куриный. Я покурил травы и пытался записать микс. И в голове такое происходило. Я знал, как звучат два эти трека. Но когда они начали играть вместе, я сказал: «Блин, да это же третий трек». Сказал: «Эй, я хочу, чтобы ты поставил для меня кое-что». Я говорю: «Эдди, что ты хочешь, чтобы я тебя поставил?» Он говорит: «У меня в голове петли, лупы из разных треков. Я хочу, чтобы ты поставил мне все эти петли вместе, мать твою». You know, I thought about it after he left. I said, you know what, I could be a loop jack mother effer too, you know? Все знали, что если бы не Эдди Фокс, не было бы Карла Крейга, Кенни Ларкина и мать его Ричи Хоутина. Не преуменьшая услуги Дерека, Хуана или Кевина, но Эдди также был, также на многое повлиял, также был довольно значим в музыке. Не было бы все это, если бы не духовность, только не смейтесь. Я не делал то, что уже было сделано вместе с Хуаном и другими, я создал нечто новое. Вот что я пытаюсь тебе объяснить. Music Institute был основан четырьмя молодыми Four young guys, with just a heavy-duty background in partying and house music. Elton Miller, myself, Anthony Pearson, Elton Miller, my brat, Anthony Pearson, Brent and my Moore. Brother-in-law, Frank Moore. They would rent out space in these buildings. It was the inner city, downtown. It was a lot of black people going to the music institute, which was where Derek, Kevin, and those guys used to spend. Most clubs at that time in Detroit was either punk, top 40, or alternative type things, you know. And then here comes the institute, which was new, was different, but it was electronic music. And that's where the music got its real. И там эта музыка перешла с одного уровня выше на следующий. Этот клуб был как луч света в темном царстве. Люди приходили туда играть ниоткуда. Никто не знал. Мы ходили туда с моим братом, мы приходили туда, танцевали. И нам очень нравилась эта музыка, мы знали, что это единственное место в районе, где можно услышать такую музыку. Мы не знали, что будет дальше, с кем будем иметь дело. Это место было открыто с полуночи до 6 утра. Люди танцевали до 6 утра, потели. Там не было наркотиков. Пили траву, пили спиртные напитки. Я не знал, что это окажет такое влияние, как оно оказало. Дерек как-то посадил меня и сказал: «Джордж, ты представляешь, что произошло?» Это был, на самом деле, первый андерграундный техноклуб в мире. Да? Это же супер! Это темная дыра со стробом посередине. Также одно из главных вещей, которое повлияло на то, что мы являемся теми, кем есть, это был Electrifying Mojo. Я надеюсь, что я смогу сказать то, что хочу. Моджо был для нас вдохновением. Он открыл нам двери для разных креативных вещей. Это мой лимузин. Моджо там сидит, кстати. Меня зовут Electrifying Mojo. Я провел всю свою жизнь отшельник, и я исследовал жизнь, и у меня была довольно редкая возможность взять все свои исследования и выразить их в музыке каждую ночь на радио. В основном он играл то, что хотел играть. Он играл и Принца, и Питера Фрэмптона. 85-86 год я слушал его музыку. В музыке всегда важно, заводит она или нет. Если она не заводит, никакие деньги или связи не могут меня заинтересовать.
И у тебя не получилось бы раскрутить свою пластинку, если бы Моджо не играл его в своем радио. И Моджо был тем, кто раскрыл Джеффа Милса. Он знал, что он играет для черных, но он настаивал на том, чтобы играть именно эту музыку, потому что это отличалось от того, что играл на остальных черных радиостанциях. Он был абсолютно против мейнстрима. Такие люди, как Хуан Аткинс, Дерек Мэй, Эдди Фокс, Кевин Саундерсон. Все эти люди, они доказали всем, что все ошибались, потому что и они все видели в меня уверенность и сказали: «Эй, Моджо, мы тебя слушаем». Когда они говорят, что я вдохновляю их, я могу сказать, что это взаимозаменяемый процесс, взаимосвязанный. Нил Раштон. Впоследствии он стал нашим менеджером, меня, Кевина, Хуана. И он сказал, тогда он сказал: «Я с удовольствием хотел бы, чтобы ты приехал сюда, в Лондон. Хотел бы поговорить с тобой о вашей музыке и о том, как мы можем развить наши отношения». Я был в шоке. Хуан думал, что он один из тех людей, которые не ходят в круг заинтересованных музыкой, бизнес-направлении. Nude Photo — это была запись Дерека Мэя, которую впервые услышал Нил. Я поговорил со своей матерью. Я спросил, стоит ли мне лететь, стоит ли мне покупать билет и лететь. Он сказал: «Тебе решать. Делай то, что для тебя лучше, но я думаю, что тебе стоит». Я поговорил с Кевином. «Кевин, как ты думаешь, что мне делать?» Кевин сказал: «Сделай это. Плати деньги, покупай билет, едь». Хуан сказал: «Нет, не едь. Не делай этого. Если не могут оплатить тебе дорогу, не едь». Я вообще-то стоял между матери. Я решил ехать. Я сел на самолет, поехал в Англию за свои деньги, встретился с этим человеком, и в конце концов он очень помог нам в наших релизах, ремиксах, помог Кевину Саундерсону с его проектом Inner City, и его пластинка Good Life нашлась многомиллионным тиражом. Он помог Хуану get the remixes and the production he wanted. And the sort of press and respect помог нам that we с прессой. We would get мы начали уважать. И мы были на обложках многих журналов. So так что... Хорошо, что я сел на этот самолет. Когда ты находишься в музыкальном бизнесе, ты очень быстро можешь облажаться. Made us turn against each other. It's like, you know, when he brought them, when the money came into the picture, it started off where we're off. Like, I trusted Kevin to make like decisions. I kind of trusted Derek, but you know, once he brought us over to the UK, everyone got greedy, and he kind of fed off that. And that was that tension that existed between all of the egos. Давление нарастало, и все эти личности начали конфликтовать. Это была смешная часть их жизни, их истории, но это была часть их жизни. И эти парни начали ругаться, материться друг на друга. Кто умеет играть, кто умеет не играть, кто завел толпу, кто не завел, кто лучше. Кто умеет писать музыку, чем музыка лучше, кто прав, я прав, ты прав, ты не прав. Я думаю, что все это разделило нас. Дерек был первым, кто приехал туда, так что он думал, что он все знает. И он пытался контролировать нас. Trying to control us, but he never was in control over it, so he respect. Well, about the second wave of techno,
definitely have to go with Rob Hood, Claude Young, Shake. How about Shake Secure, Underground Resistance, to go with. That's a big crew, that's a big list. Rob Hood, Claude Young. Shake. Майк Бэнкс, Джефф Миллс, Роберт Худ, они как будто бы разбудили людей и разбудили их желание к чему-то более тяжелому, темному. В 1991 году я спустился вниз в клуб «Тризор», я видел наиболее огромное количество людей на поле, я услышал, что кто-то играет мой трек. Я прошел сквозь толпу и видел, как вы думаете, кто играл Джефф Миллс? Майк Бэнкс и я выпустили самый первый релиз на Underground Resistance. Это был трек, который назывался Your Time Is Up. Я взял его домой, взял эту запись домой. Я хотел, чтобы моя мама послушала. И она послушала и сказала, трек неплохой, но нужно добавить больше баса. Я подумал, по-моему, она права. Так что мы в студии переделали трек. И она оказалась права, так было намного лучше. Майк и Underground Resistance в свое время, без них не было до нас. В свое время они были некой управляющей силой. Они выпускали релизы, которые просто взорвался мозг. Когда нам с Майком казалось, что мы создали что-то невероятное, мы хотели записать. Мы возвращались в студию, смотрели друг на друга и говорили, нет, надо сделать что-то еще лучше. Майк Бэнкс — один из моих героев. Я помню, как мы с Майком выступали, играли практически за даром, потому что нами управляла любовь к музыке. Got a personality Mike, on him. Mike is a man's man. He'll take no shit from nobody. You know? And one of the most amazing things that Mike Banks has done was to invent and develop underground resistance. And the whole sort of mentality behind underground resistance is a real relation to the city itself. Нейтралитетом и образом самого Детройта, поскольку есть некая мистика, мистический образ вокруг Детройта, также есть этот образ вокруг Underground Resistance. Это очень привлекает людей. Я помню, как мы поехали в Италию, выступали в Италии лет 10 назад, люди сходили с ума от Underground Resistance. Было такое впечатление, что вертолет сбросил очень много футболок Underground Resistance на Рим, потому что я видел очень много парней в этой футболке в городе. Это превратилось в какой-то культ. В Детройте каждому молодому человеку хотелось прикоснуться к другой стороне. Рэйв-сцена Детройт нашли друг друга в 1993-м. И город вдохнул новую жизнь. Было такое впечатление, что чем больше вечеринка, тем лучше. Это повлекло определенные проблемы. Люди все меньше и меньше приходили послушать именно музыку. Они приходили ради самого явления, ради самого явления рейва. Одним из людей, которые помогли как-то нормализировать ситуацию, был Ричи Хоутин. Период, когда мы начали организовать вечеринки, это был один из ключевых периодов в истории американских рейвов и вечеринок.
Я помню, как я посещал различные клубы, даже тот же Quasar в Берлине. И я все время вспоминал клуб Music Institute. Это темная коробка со стробом. Причина, по которой мы начали снова делать вечеринки, вообще делать вечеринки в Детройте, было желание вернуться к той старой концепции, концепции Music Institute. И впоследствии эта идея стала очень успешной. Внезапно с 500 людей на вечеринке мы возросли до 1000-2000, и ты погружался во всю эту атмосферу, и после 6 часов клуб как будто бы тебя выплевывал на улице. Мы любим Detroit Techno, Париж, Европа. Ты можешь играть перед 50 000 людей. И они все пришли ради музыки. Диджей как будто бы звезд, супер-мега-звезды в Европе. И ты приезжаешь домой, и никто даже не вспомнит, как тебя зовут. Люди на улицах даже часто не знают, что рядом с ними идет кто-то вроде Дэвида Хуана или Кевина. Они только вернулись из Токио или Лондона, и теперь они выступают здесь. Люди знают, что они из Детройта. Люди знают эту музыку. Они ходят за ними по отелям. Они преследуют их везде. То, что отличает Америку и Европу в клубном уровне, это то, что у Европы есть огромная поддержка на клубном уровне. У нас нету пивных компаний, таких как Amstel или Beck's. Какие бы то ни было, которые поддерживают ночной клуб. Техно все по-другому, мне кажется, в Европе техно более развито, чем в Америке. Музыка — это единственная вещь, которая проходит всей нитью через язык, культуру, через все что угодно. Моя жизнь, жизнь Дерека, жизнь Кевина, Кенни, Ричи, вся жизнь проходит в полетах. Я играл в Боснии, в Южной Африке, по всей Европе, Бельгия, Франция, Голландия, Австрия, Швейцария, Германия, США, Турция, Россия. Я играл в Иерусалиме, в Южной Америке, Берлин. После Берлина всегда какое-то особенное ощущение. Тысячи выступлений. Я играл на самолетах, я играл в бомбоубежище. Я играл даже под водой практически. Я играл посредине бассейна, вокруг была вода. И во время пластинки постоянно брызгала вода, и мне это очень не нравилось, потому что я очень щепетилен в этом плане. Я и Дерек Мэй как-то 3 часа мы ехали на горы. И мы играли в горах, мы видели звезды, луну. Я не думаю, что что-то есть в жизни лучше, чем это. Счастливый особенный момент в моей жизни было, когда я играл в Македонии. Мы пришли на ужин в ресторан, сели, нам всем дали тарелки, со мной были неплохие парни. Я сделал заказ, они разговаривали на своем языке.
И я спросил: ребята, почему вы ничего не заказываете? Они сказали, посмотрели на меня и сказали: у нас нет денег, чтобы здесь есть. Мы привели тебя сюда, чтобы ты поел. Я был счастлив. Еще техно, новые лица, новые интонации, новые звуки. У каждого есть студия, у каждого есть свой лейбл, поэтому теперь сейчас очень сложно самоутвердиться, реализовать себя в качестве диджея или продюсера. Мы думали, как изменить лейбл, как улучшить его, как сделать музыку в нем, выпускаемую на нем, более интересной. Но потом я познакомился с Мэтти Диром на вечеринке, он играл техно. Я разговорился с ним, впоследствии мы стали друзьями, и его музыка действительно мне очень нравилась, она на меня повлияла. Я хочу, чтобы меня считали танцевальным музыкантом. Я очень люблю наблюдать, как люди двигаются под определенные звуки. Техномузыки очень много, разные, какое угодно, но достойные, новые, необычные, очень мало. Люди найдут что-то новое в техно в будущем. Надеюсь, что техно станет более коммерческим, чтобы все отличалось от того, что сейчас происходит, когда ты заходишь в какой-то темный уголок, глотаешь таблетку и погружаешься в волшебную страну. Музыка настолько быстро развивается, что ты не остановишь это, ты даже не успеваешь следить за этим. Я полагаю, что много людей копировали, повторяли то, что делали мы. Да, это очень классно, это нам льстит, но это никак не способствует развитию музыки. Я полагаю, что следующая волна электронной музыки появится благодаря какому-то черному лаптопу, о котором мы еще не знаем. Он купит себе лаптоп, он освоит весь софт, все эти программы. И он или она следующий. Этот жанр еще очень молод, и он до сих пор развивается во всех возможных направлениях. Да, ты создаешь музыку, когда ты создаешь художественную форму, она принадлежит тебе. На креативном уровне, да, она твоя. Но просто то, как ты ее создал, она уже не является твоей, потому что у всех есть доступ к этому. Но мы не забываем об этом. Мы забываем, что есть почта, поезда, грузовики, самолеты. И то, что мы создаем, попадает в другие руки. Мы даже не знаем, кто, кому она попадет в руки. Мы никогда не думали, нам никогда в голову не приходило, что наши записи раздаются по всему миру. Я не считаю, что я создатель электронной музыки. Конечно, музыка была до того, как я начал писать треки. Но никто не называл эту музыку техно, до того, как я это начал делать. Они очень благородные и тихие люди. Они выпустили такого монстра, как техно, по всему миру. И нету пути назад. Эти ребята действительно являются пионерами этого движения. И они принесли очень много диджеинг и технокультуру. Фигурально, в принципе, они до сих пор остаются актуальными, хорошими, интересными диджеями и музыкантами. Если мы могли выразить свое мнение по поводу мира, и это все могли бы услышать, это звучало бы как бред инопланетянина. Вот почему мы до сих пор здесь. После закрытия клуба The Music Institute, андерграундная сцена Детройта переродилась. Несмотря на то, что произошло много изменений, электронная музыка в Детройте выжила, и она продолжает влиять на всемирное электронное сообщество. Каждый год появляются новые музыканты, организовываются новые лейблы, и электронный саунд Детройта простирается по всей планете.
Take me away. Love, take me away. Take me away.